Как научить собаку играть со своими сородичами? Он просто бегает и играет. Вы знаете, я таким не занимаюсь. Я не супер позитивно отношусь к бесконтрольным играм. Вот, поэтому как раз-таки это ведет к проблемам там всяким. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Я таким просто не занималась. Не знаю, нужно ли это собаке. То есть, если ей это нужно, то... Лучше это какая-то контролируемая игра, редкая игра. Там все остальное время вы посвящаете общению с вашей собакой, а с другими она там играет раз в 3 недели. Вот, тем более, когда собак много, это всегда приводит к чему-то неприятному, либо к лаю возбуждению, либо вообще к дракам.